Да, 17 марта это не выборы. Результат уже объявлен, конкуренты тщательно подобраны, обещания розданы. Все знают имя нового в кавычках президента. Все знают, что потом обманут. Что каждый из нас может сделать? Может показать свою позицию. Может сказать, что это не моя страна, я еще не уехал, но она меня уже не интересует. И не пойти голосовать. Но учтите, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. А может, 17 марта во второй половине дня прийти на избирательный участок и продемонстрировать свою позицию иначе. Взять бюллетень и вписать четыре клеточки слова «Мир» и поставить восклицательный знак. А можно написать еще что-то, что вы хотите сказать этой власти. Ваш бюллетень в этом случае уменьшает процент каждого из кандидатов и показывает, что вы не согласны с такой политикой, с такими выборами, с таким набором кандидатов. И вы не готовы доверить нашу страну, будущее своих близких, своих детей и внуков ни одному из этих кандидатов. Покажите, что вам не безразлична судьба нашей страны, и ваш голос вольется в хор голосов других людей с такой позицией, и он рано или поздно будет услышан.